Здравствуйте, всем доброе утро. Сегодня 19 июня. В общем, снимаю сейчас ролик о некоторых оснастках. Как бы я не любитель такие снимать ролики. Ну, просто в одном из комментариев вступило, так сказать, вот интересное предложение снять. Ну, оснастки, на которые ловлю в данный момент сейчас на реке, ну, в общем, на Амурской протоке, на Уссуре. Вот, можно, конечно, рыбачить. Ну, раньше я ловил, рыбачил, вот, пробовал и на фидерные оснастки, на разные, и открытого типа, и полузакрытого типа, ну, разные. Теперь я уже ушел от этого давно, как бы, не знаю, я приверженец такого простой рыбалки, самой простой рыбалки. Делаю самое простое оснастки. Вот. О, рыбка прыгает. Вот. В общем, первая оснастка — это вот такая вот, вот прям боевая оснастка. Вот приехала с рыбалки несколько дней назад. Вот. Обычная китайская пружинка, которую оставляю 1, 2 или 3. Крючка. Здесь вот в данном случае было 3 крючка, но вот осталось теперь 2. Вот был сход очень крупного паровоза в этот раз, видите, обрыв. А делается она просто вот обычно на петле груз, чуть выше петелька и к ней кормушка. Ну, это первый вид этой оснастки. Другой вид оснастки — можно, конечно, и все крючки вот как вот здесь вот оставляю, но очень часто отрывы, когда много крючков, знаете, то есть на родных китайских пружинках, видите, сколько крючков. Вот. Собственно говоря, я уже давно проверил, что самое эффективное в ловле — это 1-2 крючка. Вот. Ну, в период, например, когда очень капризный клев, когда рыба очень плохо ловится, вот эта оснастка выручает просто, ну, я вам скажу так, на ура. Она выручает. И такую оснастку уже, где много крючков, да, и в принципе, и ту можно, я делаю вот на таком скользящем грузе. Видите, скользит. Вот стопорок. Вот он, стопорочек. Вот. Ниже идет петля, и за карабин вот цепляется. На эту же основу, оснастку, можно зацепить другую снасть. Можно зацепить вот такой вот уже карабинчик, ой, коромысло. А иногда остаются использованные кормушки без крючков совсем, китайские пружинки. Тогда я на карабинчик вот так вот, вот такую использованную пружинку сюда ставлю. И получается прекрасная кормушка, основа. Кормушка очень хорошая получается. Снасть такая очень эффективная, я скажу сразу, потому что сразу вот здесь вот идет прикорм, здесь два коротких поводка, которые не путаются между собой. Можно насадить уже хлебом, кукурузой, кашей, тестом, чем угодно. Вот. Все, что ловится у нас сейчас в это время. В общем, вот такая оснастка. Ну, а старые вот такие фидерные кормушки я использую просто как грузила. Вот, как грузила кормушки. То есть делаю вот такое вот, вместо такого груза ставлю вот такую кормушку с грузилом. И внизу ставлю просто 1 или 2 поводка, вешаю на петлю. Также я вот изготавливаю вот такую вот самодельную снасть. Кстати, очень эффективная снасть. Это снасть монета называется. Вообще, ну, снасть монету делаю, значит, вот я ее делаю. Это, кстати, очень тоже эффективная. Сюда вот она используется как кормушка. Заряжается сюда такой пластилин, сделанный с хлебом, кашей. Вот. И на поводки уже цепляется, ну, можно вот на такие резиночки бойлы
цеплять силиконовые резинки. Вот. Можно просто кукурузу, все что угодно. Кстати, на эти резины тоже можно ставить, цеплять кукурузу. Любые, как было использовать. Снасть это вообще, в принципе, такая из нанайской, может быть, та же история. Только они использовали обычную пуговицу для этого. И, кстати, очень эффективная снасть. Она ловит, она прекрасно ловит. На ней делается вот два поводочка. Можно делать и три, но три будет путаться. Вот я изначально делал дырочку под третий поводок. Потом понял, что два поводка гораздо эффективнее. Можно делать и один посередине поводок. Тоже очень эффективно. В общем, как-то так. Вот ознакомил с самым таким, можно сказать, простыми оснастками. Я давно уже ушел от сложностей. Перестал разные сложные оснасти использовать. Ловлю обычный дом. Вот. И они эффективно ловят, рыбка ловит. Поэтому чего и желаю вам. В общем, всем не хватает чешуи. И до встречи на рыбалке.